Всем-всем привет! У меня уже пятница, вот 12 часов дня. Я сейчас повяжу, посижу немножко, девчата, и расскажу, какие у меня дела. Вчера был настолько тяжелый день. Вообще, я думала, с ума сойду. Настолько он был для меня тяжелый морально, это какой-то просто ужас. Хотелось, знаете, девчат, куда-то уйти далеко-далеко от всех и вся. И скрыться, и не возвращаться. Вот такое было у меня состояние. Невозможное, просто невозможное. Ой. В общем, я ездила в Артем, составила Татьяна Васильевна там акт, составила водогорканал акт. Значит, звонила я, рассказывала с райисполкома, что мне ответили. Мне ответили с райисполкома, что так как комната находится в собственности, то есть она приватизирована, значит, райисполком не может сам вызвать якобы экспертизу для того, чтобы установить, подлежит она или не подлежит. Ну, девчат, я головой понимаю, что пятиэтажный дом, бывшее общежитие, никакой райисполком никогда в жизни не признает его, эту комнату, не подлежащей под жилье, потому что у нас сколько людей живут в аварийном жилье и не могут с него годами, а иногда и всю жизнь проживают в нем и не могут получить жилья, потому что они, власти не дают документов, что жилье аварийное и в нем опасно находиться для жизни, понимаете? Но факт тот, что мне нужны были эти все бумаги. Сегодня я жду на электронную почту с водоканала. Женщина там хорошая, замдиректора Ирина Андреевна, вот она мне, я ей написала мою электронную почту, она туда сбросит вот этот акт, который она писала. Я все их соберу в кучку, все-все документы. Когда у нас, значит, документы я отксерокопила вчера буквально, когда закрепляли в соцнайм комнатку, когда я ее приватизировала. Все, в общем, в двойном экземпляре делаю. Для чего делаю, девочки? Для обращения в суд. Для обращения в суд. Просто, знаете, я поняла, что мое сердце не выдержит вот этого напора, натиска наглого, когда смотрят в лист там белый, а говорят тебе, что это лист черный. Понимаете? Это вообще невозможно, просто невозможно. Я уже рассказывала, девчата, что когда я брала Веру, я подавала в суд на списание всех долгов ее мамы, прежде чем открывать лицевой счет на ребенка, на эту комнату. Решение суда, смотрите, сколько у меня бумаг. Решение суда у меня есть. Я его принесла и в Далинерго, и в водоканал. Но те работники сидят как зомби. Вот я не знаю, для кого они там сидят, для народа или просто для себя, для сбора денег в свой карман. Вот такое ощущение, что чем больше соберу денег, законно, незаконно, тем больше получу зарплату. Вот их отношение к работе. Вот такое, девочки. Другого у меня вот уже не создается впечатление, что там сидят слуги народа и что они работают для народа. Но нету этого. Нету. Ой, я вот когда приехала, там 5000 надо было списать маминого долга по холодной воде. Вера с первого дня была прописана у меня временно, потом постоянно. К
Каждые полгода я предоставляла справку о том, что ребенок прописан и проживает в городе Владивостоке, не в Артеме. Для того, чтобы не начислялась вода. В этом году я приезжаю. Начисления идут около 8, по-моему, тысяч за воду. И плюс 4,5 тысячи пени за воду. Ну, это вот как можно? Вот как можно это расценить? Вот как? Вот скажите мне, когда они каждый раз меняют свои правила, то каждые полгода я привозила им справку о прописке, что ребенок там не прописан, что он не проживает, не пользуется. У нас даже воды нет. Я им доказываю. Воды нет, слива нет. Ребенок тут не живет, ни вещей, ничего там опечатанное, закрытая просто комната. Потребовали другое, потребовали принести акт о том, что там нет воды, нету слива. О боже, это я уже, наверное, 2 года прошло. У меня тоже этот акт на руках. Я принесла им этот акт о том, что в комнате даже не... Как же она писала? Не, сейчас я вам скажу, девочки. Сейчас, мои хорошие. Вот, знаете, уже голова лопается. А вот я вам прочитаю акт от 18 года, 11 месяц, 26 число. Жилой дом, адрес такой-то, в скобках, бывшее общежитие, оборудовано общим санузлом, который замурован, я вам показывала в видео, его нету. В квартире, номер такой-то, но в комнате, расположен на втором этаже 5-этажного дома, водоснабжением и канализацией не оборудована. Эту справку предоставила. В этом году прихожу, и мало этой справки. И мало. Они выставляют снова счет на бешеные суммы. Думаю, да что же это такое? Я там ругалась. Послали к начальнику водоканала. Вот до замдиректора дошла. При мне замдиректор им звонила и говорила: вы что делаете? Вы что делаете? Есть постановление. Есть пункт такой в законе, когда человек выезжает, когда он не проживает. А если он уехал, допустим, с Дальнего Востока на Запад на 5 лет, вот как раньше вербовались, люди выезжали, или на учебу, теми услугами, которые, оказывается, вода, газ, там горячая, холодная вода, это не начисляется на этого человека. Вы, говорит, что, вы кого грабите? Ребенка, сироту? Вы кому выставляете такие счета? Этот разговор был при мне прям. Затребовали с нее акт, чтобы она написала. Человек пришел, написал акт, передала им туда, в расчетный отдел, вот этот акт. Ой, ходила по свету, девочки, ходила по свету. Судом списан мамин долг 16 тысяч. Там даже свет был отключен. Не просто вот я его пришла и кнопку там выключила. Там отрублен был свет Дальэнергой. Они пришли и отключили за неуплату маме свет. Когда я получала документы на эту комнатку, я писала в райисполком заявление. Там стояла формунга, деревянная рама. И вот такой вот один кусок и второй кусок. И между ними вот такое пространство, ну, на улицу, просто на улицу. Вот две рамы стояли, и между ними вот такая дыра на улицу. Ну, наверное, с помойки. Просто воткнутая. Райисполком пришел, поставили, значит, раму пластиковую, которая... Сейчас со скрипом открывается створка, и еле-еле она закрывается. Ну, ставил, наверное, какой-нибудь алкоголик за бутылку, я так понимаю. Там выделено не было денег. Вот пришла Татьяна Васильевна, писала акт.
Ну, вам же ремонт тут делали. Я поднимаю ей линолеум. Она говорит, а это что? А я говорю, а это оргалит гнилой. Как он лежал, оргалит, весь, простите, мокрый, грязный, заблеванный, засанный. Он так и лежит вот там. Его просто прикрыли линолеумом. Самым-самым, что ни на есть дешевым, вот этим тоненьким китайским линолеумом закрыли. Обои страшные поклеили, которые уже все отклеились. И там зеленые стены. Представляете? Потолок, проточность идет. Там живут, говорит, наверху мама с дочкой, которые выпивают, по-моему, так соседи говорят. И они все время топят. Ну, такое ощущение, желтое пятно, как будто это идет не питьевая водичка, а как бы с канализации именно вода идет. Представляете? Но она написала этот акт. Она написала акт. Я вот сегодня звонила, чтобы она мне тоже сбросила на электронную почту этот акт. Не могу туда просто дозвониться. Но я востребую этот акт, чтобы он у меня был тоже на руках, что она написала там для нашей опеки, для Владивостокской. Вот. И что вы думаете, девочки? Я ходила по свету, разбиралась. Говорю, свет был отключен. Судом списали эти 16 тысяч за свет, мамин долг. Потом райисполком провел там проводку. Поставили новый счетчик. У меня акт есть о приемке нового счетчика. Счетчик опломбированный, зарегистрированный. Я буквально вот приезжала, им показания счетчика сфотографировала. Девчата, вы знаете, вот настолько это беспредел. Сейчас я вам покажу. Я вчера распечатывала, девочки. Так. А вот я распечатывала, это комната Верина. Сейчас по счетчику. И счетчик тут у меня распечатывала я. Ну, факт тот, что... Сейчас, девочки, я вам покажу. Все, я подключила. Вот новый счетчик. Новый, за номером. И вот показания. 655 киловатт. Счетчик поставили, уже не первый год стоит он. Человек подавал информацию каждые 3 месяца, что эта комната принадлежит опекаемому ребенку. Ребенок живет во Владивостоке, не проживает. Я пришла лично, написала заявление им, что ребенок не проживает, даже не прописан в этой комнатке. Что вы думаете? Я вчера получаю ответ. Пишут мне. Уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотрев ваше обращение от 27 августа 2020 года, значит, Далинэргосбыт такой-то, такой-то сообщает, что по адресу город Артем, адрес такой-то, по индивидуальному прибору учета нет потребления электроэнергии и начисления не производятся. Слушайте теперь внимательно, девочки. Раз, в соответствии с ПП РФ номер 354 от 06.05.11 года, пункт 44, ежемесячно вам производятся начисления за расходы на общедомовые нужды. Вы представляете, я или дура, или я нахожусь в дурдоме, в палате номер 6. Вот такое ощущение, что я в палате номер 6, где живет Наполеон, Брежнев, кто там еще? Николай II. И там меня поместили вот туда, и туда мне приходят вот такие письма. Но это вообще, девочки, это вот нонсенс.
Вы представляете? Дальше пишут. Размер платы за коммунальную услугу, предоставляемую на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудовано коллективным общедомовым прибором учета, определяется с формулой 12 приложения номер 2. И, значит, не зависит от фактического пребывания собственника или нанимателя в занимаемом жилом помещении. По состоянию на 1 сентября 2020 года, внимание, задолженность составляет 19 356 рублей 83 копейки. Как вам это нравится? Начисление не производится, так как счетчик стоит. Это не было счетчика, они мне объясняли. Вот у вас нету счетчика, и идут автоматические начисления. Поставили счетчик. Он не работает, он опломбирован. Меня накроет, девчат. Меня просто накроет. И тут же пишут, 19 тысяч у вас долг. Я вот сейчас сижу, вот это вот пересказываю, у меня сердце вот так трепещет. У меня просто, вы знаете, я боюсь, как бы меня не накрыл инфаркт. Вот просто боюсь за состояние свое. Настолько вчера было тяжело. Это идет борьба против огромной мельницы. Акт составлен. Акт составлен, девочки, когда подключили счетчик 26-11 месяца 18 года. И они хотят сказать, что с 18 года, с того момента, как установлен счетчик в квартире или в комнате, в ноябре 18 года, сейчас идет сентябрь, 20-го года. Прошло 2 года. И что, за 2 года с комнаты в 12 квадратов на общедомовые нужды у них нагорело 19 356 рублей? Девочки, стукните меня по голове кто-нибудь, чтобы я проснулась вот от этого дурдома. Это вот каково? Это каково? Это куда надо показать вот эти документы, чтобы их всех взяли за одно место и хорошо-хорошо потрясли? Я сегодня практически истратила вот за вчерашний день весь свой запас энергии в организме. Я его весь под ноль истратила. Ну, не выдерживают нервы. Ну, не выдерживают. Вообще никак. Вот, ну, никак. Я сегодня встала. У меня вот такая голова. Сердце вот так. Звоню в опеку, в Артём не отвечают. Дозвонилась в водоканал, дай бог здоровья, замдиректору там Ирины Андреевны. С ней разговариваю, ей объясняю эту ситуацию. Она мне говорит, все, никуда больше не ходите. Я ей сказала, экспертизу райисполком требует, экспертизу, так как якобы... в собственности жилье, и они не могут, это частная собственность. Вы посмотрите, как они удобно находят лазейки
все законы, все пункты именно против нас, против народа, против моего ребенка. Вы понимаете? Какие-то пункты, подпункты, все найдут. А где тот закон, который защищает мою дочь, который защищает ребенка, который находится в статусе круглой сироты? Круглой сироты. Я могу действовать только как ее законный представитель, как опекун. И я это буду делать. Если этим не занимается государство, ну, покуда я живу, покуда я дышу, я буду этим делом заниматься. Могу. Простите меня. У меня уже просто нету. Вы знаете, я вот сегодня ей говорю, они меня посылают на эту экспертизу. Хотя они прекрасно знают цену этой экспертизы. Я вчера позвонила. Я позвонила вчера в одну экспертизу. Мне сказали 20 тысяч. 20 тысяч. Это пенсия моя и пенсия Веры. Месячная. Я должна ее заплатить. Ну, заплачу я. А на что мы будем жить этот месяц, если мы живем от пенсии до пенсии и то, что я заработаю на Ютубе? Нет хорошей жизни, я сижу здесь и вкалываю, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, чтобы лишнее что-то вкусненькое она съела и одела и обула. Простите, я сегодня говорю ей, у меня нет уже сил, нету гарантии, что эта комиссия признает ее неподлежащей под жилье, под проживание. Вы знаете, она мне сказала: Татьяна Викторовна, больше никуда не ходите, соберите все документы, все. И подавайте на них в суд. Я сегодня звоню утром в нашу опеку Владивостокскую и говорю: так и так, я собираю справки, там мне отвечает это, здесь это, выставляют мне счета. Они меня душат морально и физически. Просто морально и физически задавили вот этими якобы нашими долгами. Я в опеку говорю. Я перед вами каждый год я перед вами отчет делаю, отчитываюсь за оплату жилья, за каждую копейку, которую я получаю. Каждый год у нас идет отчет на 5 или 6 листах, там по пунктам все расписано. Я отчет пишу, это не просто бумажка, а бумажка та, которая законом предусмотрена, и я подписываю ее. Я не могу туда ложные какие-то указания, показания написать. Мне отвечают, что: Татьяна Викторовна, вы что хотите, нам некогда. Я говорю, я хочу, чтобы вы мне предоставили бесплатного юриста, потому что у меня денег нет на юриста. Юрист – это высокооплачиваемая услуга. Даже по мелкому, вот соседка подавала в суд, с нее юрист взял 8 тысяч, девочки. А здесь вопрос о квартире. Такие дела о квартире, они вообще дорого берут.
Она мне говорит, у нас нету. Нету юристов бесплатных. Звоните. Вот я тут записала. На Луцкого 21, где школа приемных родителей. Езжайте туда и просите, чтобы вам, значит, выделили бесплатного юриста. Я не знаю, поможет мне бесплатный юрист. Не поможет мне бесплатный юрист. Я, конечно, съезжу. Сегодня уже пятница. Суббота, воскресенье – это выходные нерабочие дни. В понедельник я туда прям с утра поеду. Как раз все документы все соберу и поеду туда. Что там мне скажут и посоветуют. Но в опеке я сказала, я буду подавать, я больше ходить не буду, бороться против вот этой машины, против нашей системы я не могу. Я не могу, меня сдувает как пылинку. Я прихожу, я бьюсь лбом и говорю им, что это белое. Они на меня смотрят и говорят, нет, это не белое, это черное. Это вот как? Ну как? Как можно доказать, что есть права какие-то у ребенка по закону, и их не хотят исполнять? У меня больше выхода нет. У меня вот выход только подавать в прокуратуру и просить прокуратуру быть инициатором, защитником моего ребенка в суде, чтобы прокуратура подала иск в суд. Я, знаете, не знаю, у меня голова вспухла от вот этих дум, от этих мыслей. Я не знаю, что мне сейчас предпринимать дальше, какие делать шаги. Задаю тут же вопрос в опеку. Знаете, говорю, что в нашу, Владивостокскую, я напишу, говорю, заявление вам, что прошу поставить моего ребенка в очередь на получение жилья, как круглую сироту. И мне, говорю, нужен от вас письменный ответ. Она мне говорит, я не знаю. Я сегодня проконсультируюсь и вам отвечу. Ответа нет. Ответа нет, девочки. Перезвоню, она мне сказала, и вам перезвоню. Ответа нет. Да его и не будет. Я вот не знаю. Я просто не знаю. Я вот... Ну, в понедельник я поеду туда. Я буду добиваться, чтобы мне дали юриста. И уже буду действовать. Пусть действует юрист. Юрист. Не знаю, девчата, не знаю. У меня, вы знаете, я, конечно. Я это дело просто так не брошу и не оставлю. Тяжело в душе, тяжело на сердце. Тяжело от того ощущения, очень тяжело, что в нашем государстве наши дети, не имеющие родителей, они просто не нужны. Они не нужны. Вот и все. У меня будет огромная просьба, огромная. Поставьте, пожалуйста, пальчики вверх как можно больше. И продвиньте вот это видео, девочки, мальчики, кто меня смотрит, друзья мои, пожалуйста. Поделитесь им в соцсетях, везде, где только можно. Пусть услышат мой вот этот крик души. Это уже действительно какая-то грань. Я не знаю. Я просто не знаю уже,
что мне нужно сделать, чтобы меня услышали. Пожалуйста, пишите комментарии, подлиннее пишите, чтобы это видео как можно больше распространилось. У меня уже надежды просто нету ни на что. Вот, ну ни на что, девочки. В понедельник я съездю. Я все расскажу подробным, буквально подробно, что там и как. И буду вот этот вопрос я буду освещать прям в отдельные видео. Вот видео, пусть будут они короткие, но будут видео только по вопросу о разрешении о веренной квартире. Вот что будет происходить, я создам отдельный прям плейлист. Вот все, что будет связано с квартирой, все будет в отдельном плейлисте. И назову его прям «Квартира для Веры». Вот, ну, у меня нету выхода другого. Просто нету выхода. Вот много пришло комментариев, очень много. Всем огромное-огромное спасибо. Вот когда я съездила в Артем, девчата, вышло мое видео, там много мне писали и много советов давали. Огромное вам спасибо. Но я буду надеяться, что справедливость и законы в нашей стране все же есть. Все же есть. Я ничего не прошу для себя. Ничего. Никогда не просила. Никогда. Я всю жизнь шла по жизни вперед. И всего в этой жизни добивалась сама. Надо было, мне мало было, я шла на две работы. Работала, чтобы обеспечить и вырастить своих детей. Я не смотрела, легкая это работа или тяжелая. Я шла туда и работала. Никогда у государства не просила и с протянутой рукой никогда не стояла. Но в этом случае я просто не знаю, что мне дальше делать. Все, на этом все. Я не могу уже успокоиться. Простите меня за это видео, но я уже не могу просто. Всем пока-пока. Поддержите, пожалуйста, вот это видео. Поставьте лайк и напишите комментарии. И поделитесь. Это огромная моя просьба от всего моего сердца. Поделитесь этим видео в соцсетях. Всем огромное спасибо.